Я просто не знаю, кто и придумает эту ухо, чтобы потом не жалеть. Я никогда не пожалею от этой духи. А где хочешь набить? Вот там вот. А, понятно. Вот так вот. И чтобы сюда выходило. Разноцветную или... Давай, чтобы пасть сюда выходила. Вот так. Я такую хочу себе татуху набить. Бля, дядька, ну, блядь, это, сука, мне чревато выйдет, ебать. Что тебе много сказала? Да тебе нихуя не сказала. Дэн, вообще блядь, нихуя не понимаешь. В натуре хочу себе татуху набить, ебать. Блядь, ну... Да подошел, ему предложили вот зайти так сюда, блядь. Ты себя на... Вообще, подожди, стой. Ты себя хорошо чувствуешь? Вот отсюда, короче. Я... Стой, подожди. Ну, нормально. Вот отсюда. Точно нормально? Ну, так нормально, да. Ну, так или нормально? Ты хоть не плывешь. Нет, он, ну, вот, смотри. Да не, вроде не плыву. Ну, да вроде расслабило его. Дай пять. Не, его встал вроде на ноги. Шевелишься? Да. Не, давай, самбо. Погнали. Я хочу увидеть, что ты здоровый. А то ты там сидишь на лавке потухающей. А ты ему музыку включи. Дэн, раздай мне интернет, ой, я могу. Я вот так? Я буду танцевать, да. Не похуй. Ну вот, живой, присядь дальше. То есть, смотри, ты... Раздай мне на это. Понекший лебедь, ебать. Кирилл подходит к людям. Вроде красивый, да? Ну да. Ну, не интересует меня. Ты ёбнутый, блядь, на всю голову, блядь. Дубина. Дубина, я знаю. Что тебе дать, интернет? Да. Да, Дэн. Интернет дай-ка. Раздай, пожалуйста. Будем слушать мою музыку по-любому. А, это, блядь, я кино смотрю. Ты в кино смотришь? Да, смотри. И там вон девка заходит. Где? Да я не знаю, блядь, где-то в кино, блядь. Долбоёб. Продолжи. Я уже луканулся. Ну а как тебя не подъебать, ебать, а? Понял? Я уже повелся на всю эту залупу. Как же ты меня не подъебать по поводу девочек, а? Да давай, блядь, заебал. Я заебал. Бум, шака-лака-лака, бум. Хай, братан. Братан, хай, родили Wi-Fi. На, хай. Чи? Брачи. Что такое чи? Чичифу. Это по-таджикски что? Это чи, да? Да, чи. Чи бача. Что бача? Бача, пацан. Что сказал пацан? Хели, а, типа, них... как дела? Типа что? Мешала, хорошо. Да, блядь, я вот... А я вот так слушаю, блядь, у них чи. Бача, Ух, да, и такая ебать. Дядя, я смотрю. И вот это у них начинается, и сука, вот как запоют, ебать его в рот. Хуета, что как на базаре, на рынке. О-о-о-о, не понеслась, не попробуй. Что это такое? Блядь? Дядя, я сейчас половину блядь, этого базара выкупаю, но когда они начинают месиво вот это базарить, я... Так они все, как у хора, начнут, ебать, это... одной, да. Ебать, башка кругом становится. Да ебать вас, вы чё, охренеть. Сука, пидорасы, орут, нахуй, долбоёбы. Вот ты правильно тогда сказал, ебать, когда мы в этом, в лифте ехали, короче, говорит, слышишь, блядь, заткнитесь, нахуй, если в ваш город попасть, ебать, там вообще, говорит, вообще капец, пиздец придет. Ну вот, мы ехали, у нас лифт. Да. У нас лифт, нас двое. Мы поднимаемся на лифте. Да какой лифт? Да там не двое, там нас 20 человек, ебать. Нет, я говорю, нас, русских, было двое. А их десяток. И они начинают. Я говорю, ебальники, заткнитесь. Все, там башка трясется. Я говорю, заткнитесь, потому что у меня башка взрывается от вас двоих, ебать. От вас десятка, нахуй. Нас двое. Я не понимаю то, что вы базарите. Вы начинаете, как, сука, на галимом базаре базарить. Что, заткнулись? Да. Рыжий. Да. Да. Хули ты меня пинаешь, как пса? Брат, не пес. Никогда им не станешь. Я, блядь, в любую собаку превращу. Мне похуй, с кем я сегодня общался. Давай завтра пообщаемся. Давай. Всем человеком. Кого ты мне дал? Завтра у меня... А если у него не получится стажировка сказать мне что-то против? У кого? Как его там? Алумбек, Залумбек, Алишер, Зухраб, Хуешер. Зухраб. Да, если у него ничего не получится. Ну, не получится. Ну, он охуеет. Да он старше, он ничего не скажет. Я понимаю, я уважаю старших. Да он ничего не скажет, он просто обычный дворник.
который мне принесет наркоты? Он максимум тебе 50-летнюю проститутку и водки принесет. Ну, максимум, может, наркоты принесет, не знаю. Максимум мы уже будем с ним разговаривать. Где он там раскладывал. Ты еще так, честно, на приколе об этом говорил. А, братан! Где у нас? Кто у нас? Кто у нас, брат? Вот точно. Я не мусора? Кто? Кого ты мне хочешь привести? Кто это такой? Кого привести? Да. С кем я буду общаться? Ты знаешь, кто это? За храмом? Ты знаешь, кто такой? ОМОН. Мне даже... ОМОН? Да. Это менты. Нет, это подразделение. Ты знаешь, кто это, твой гусрап? Это подразделение, мне до пизды, которое приезжает именно и просто именно вырубает нахуй всех блядь, людей, которые находятся, ебать, вне зависимости. Он хочет завтра со мной встретиться? Давай. Вне тех конкретных, ебать, отношений. Если он не принесет то, что я прошу. Пожалуйста, не надо. И ты вместе с ним не принесешь мне то, что я прошу. Хорошо. А, вот ты сейчас ты подъебал. Ты можешь. Подожди, он мне дал номер телефона человека. Он мне дал номер телефона человека, с которым я изначально начал общаться. Я просто не знал об этом. А потом он у человека просил прощения. Я не знал об этом. Завтра разговаривать. Завтра будем уже завтра с человеком. Я выделил время для вас. Да не надо. Не, я об этом не знал. Я тоже завтра работаю. Мне тогда говорить об этом, если я того, чего не знаю. Ты мне руку больно делаешь. А, незнание от ответственности не... Не надо, пожалуйста. Да, правильно? Незнание от ответственности. Незнание закона. Незнание законов не отвлекает тебя от ответственности. И так же и твоего зухраба. Если он там метет улицы и он что-то поднял. Вот и все. Он ничего не поднял. Ничего? И ничего не разложил? Нет. А нахуй тут ОМОН? Не можешь сказать. Ну, о чем ты уже? Просто руку мне больно делаешь, не надо. Нахуй тут ОМОН? А тут... Ты что тут ляпнул, блядь? Уже отсюда не отойти. Он мне позвонил. Что ты ляпнул там? Чувак, он мне уже позвонил, у меня есть его номер. Да без разницы, там, что у тебя есть его номер, блядь. Похеру, блядь. Ну че? Нахуй тут ОМОН? Уже приплыли. Уже. Не понимая того, что происходит. Уже приплыли. Да, приплыли. Вот Зухраб. И его номер уже у меня есть. Завтра пообщаемся. Ну хорошо. Да, дядя. Нормальный ход. Дядь, просто делаем красиво, когда у Дона ксива. Делаем все красиво, когда у Дэна ксива. Нахуй кто там он? Хватает того, что есть. Дай сюда. Завтра будем жить с тобой сладко на этом районе. Просто не основали люди, с кем они общаются. Александр. Да. У тебя есть свой участковый? Нет. Ну, в смысле? Завтра ты с ним познакомишься. Хочешь? Скажи, зачем? Да не, не хочу. Ну, в смысле не хочешь? С ментами не хочу знакомиться. Придется. Так ты, ну, уже, да ладно. Ты уже знаком. 0-5. Ты уже знаком. Тебе пивка взять, братан? Не, я не хочу больше. Я горькое не пью. Да ладно, приди в себя. Давай, тебе пивка взять. Можно мне просто колу взять? Нет, да, тебе уже можно ничего, кроме сока. А, ну понятно. Бля, не подъем. Да ладно. Жек, возьмешь пивка? Да не буду подъебывать. Пивка возьмешь? Я просто кроме эссы ничего не пью. Что-то я застремал вообще, ебать. Да ладно, пускай, нормально все будет. Я кроме эссы ничего не пью. Эсса. Арурат? Зухраб. Дворник? Да. Который раскидывает закладки? Нет, я не знаю про это. Да, видишь, дядя, ну мне включает дурака. Видишь, как сразу... Давай уже, не надо ехать. Он про это ничего не говорил. Он пьет водку и вызывает... И сосет мою селедку. 50-летнюю проститутку вызывает. И все. Классно, за 500 рублей. За 500 рублей, да. И все, и жет в общаге. И я вообще музыку хотел включить, я ничего не пишу. И в обед он ночует там в подвале.
Лакоста за, нет, Лакоста Денис, против. Мне понравился этот трек, мне похуй, блядь. Я буду слушать его, мне он нравится. Манёк. Когда розы зацветут, слеза хантакиды. Рыжий, присядь, не въёбуйся. Что, за водкой пойдешь? Нет, нет. Водку нет. Дэн, нет. Нет. В смысле, блядь? Давай я пойду. Я сказал, у меня паспорт нет, есть. Я не буду пить. Водку не будешь пить? Потому что завтра тяжелая будет хуйня. А, нет, да. Завтра веселая будет хуйня. Да иди ты нахер, ебать. Выходи, ебать, и пей. Я не буду. Нахуй, я не хочу помирать, ебать. Вот я сейчас хочу до конца доработать, ебать, нормально. Знаешь, что мне, блядь, Горбачев сказал, ебать? Я теперь до 10 числа получаю, блядь, болгарку, ебать. Каждый день. Если я провинюсь, нахуй, пизда мне. Вот так это. Слушай меня. Вот смотри на мое лицо. Что? Кто такой Горбатый? Кто такой я? Ну, по крайней мере... При Горбатом скажешь мне, пожалуйста, готов сказать Горбатому, пошел нахуй, пидор. Нет. И я буду рядом стоять. Готов? Нет, я так не смогу. Нет, Дэн, я тебе правду говорю, я не смогу так сказать. Почему? Если он меня не зацепит, тогда не скажу. По работе, если надо, блядь, я сделаю все. Работа есть работа, Денис. А если мы здесь, ебать, будем, базара ноль. Если здесь, базара ноль, я ему скажу. Я здесь если вот так на улице, ебать, тогда скажу. Но на работе есть работа. Понял? Рот, присядь, громко кричишь. Громко позволяю себе говорить. На работе готов сказать Горбатову? Нет, при мне. Нет. На работе остался? Нет. Ну, значит, да. Считай, как хочешь. В натуре? А за что? Ну, просто Горбатый, если тебя рыганет, рядом со мной. Можешь сказать ему? По работе он мне сейчас нормально все говорит. Я все делаю, но все а по работе можешь ему сказать? Ебало, закрой. Нет. Нахуй пошел. Ну, зачем? Потому что ты рядом со мной. Да ну что, Денис, это а работа. Я, а я это Денис, поддержу. Это работа. Денис, это работа. Сука, вот у тебя бывает все. Хуяли ты так подумал. Иди, отпусти мой палец. Хуяли ты так подумал. Сука, отпусти мой палец. Я тебя сейчас поебал и ебну. Хуяли ты так подумал. Ты не готов при мне сказать нахуй пошел. Начальнику. При мне сказать. Это надо будет. Для чего? Для того, чтобы для он чего? Понимал, объясни, что, сука, объясни мне, для ты чего? И я. Не, ну я не спорю, что ты и я, да. Ради нас есть два так человека. За Гориву? Да. И себя в душу ебу. Есть ну, ты, есть я. Ну, ты знаешь, я сложу себя. Если я тебе сказал делать, ты делаешь? Если я тебе сказал, тебе больше нельзя лежать, нахуй, в кровати, пизду и работать. И ты идешь, и тебя, сука... Дубина. Ты я дубина, про... ты, блядь, дубина, блядь. Тебя прощают, брат, и тебя прощают. Я тебе сказал, тебе можно 3 дня отвязаться, не да, больше. За лупу нахуй, блядь, понял? А не 4, блядь. А мне можно хоть 10. Ну вот, видишь, у тебя привилегия, блядь. Это же я охуенный. Ну, слова к яйцам. Согласен? А яйца у тебя есть. Ну и что, бля, Дэн, нет. По работе, да. Я не скажу ему ни слова. А объект миллиардный. Ты с ним, блядь, миллиардный. Базара ноль, да, я ложу на всех хуй и не жужжу. Да. На таком миллиардном объекте я ложу на всех хуй и не жужжу. Но, если вот так вот, блядь, вот как мы сейчас, блядь, стоим общаемся. Он просто к нам на работу. Да, да. А он, помнишь, мы тогда сидели, короче, блядь, в этом, когда я еще, блядь, Дамира нахуй послал, ебать, и там все, блядь, что-то хипанули, ебать. Даже я говорю, да нахуй, говорю, пошли от меня, ебать, и что, блядь, охуели, ебать. Я здесь, работа есть работа, я там вежливый, ебать, я слова вам не скажу. Когда я бухаю, все, отъебитесь нахуй от меня. Все, что-то рты закрыли. И да, никто мне не сказал об этом, ебать. Я вообще в баху, да, ебать, да, был. Да. Денис, вот, потом я пришел, да, короче, на работу, и Горбачев мне такой, ну, поначалу, ебать, вообще ноль, а потом по работе начинает, ебать, туди-сюди, туди-сюди. Ладно, работа есть работа. Как я и сказал. Что я... Так ты не давай ему сейчас. Знаешь, как мы с ним познакомились? Работа.
Иван, знаешь, как мы с ним познакомились? Да я хуй его знаю, как он пошел. Он у меня вылизывал жопу начальству. Стоит ригель на стойках. Дай свой. Подожди, он сказал, что я на работу к вам прошу. Я беру этот ригель вот так рукой, и он вылетает на него в пузо. И он вылетает с ригелем. Я же, сука, убью. И он вместе со своим... Он сейчас опять приехал со своим другом. Да, он сейчас кого-то, да, какого-то родственника, короче. Он раньше не приезжал. Денис, он кроме того себя. Ну, он что-то знаю, друзья, он сейчас какого-то родственника. Я его убью. Подожди, ты послушай, он говорит, я прошусь на работу к вам. Вот человек просит на работу к вам. Ну, он вывезет. Ну. Я думаю, нет. Ну, нет, так нет. А может, стоит человеку шанс дать? Дай совету. Чувак, ну просто... Если ты нахуй придешь ко мне на работу, и я за тебя буду базарить. Да. Я тебя буду рвать даже последнюю шлюху. Даже не вздумай. Нет, да. Он не выйдет. Не вывезет? Какой контингент у тебя, дядя? Так и что? Его там порвут. Его будут его люди порвут, рвать. Его порвут, нахуй. Меня, да. Я еще лояльно это отношусь. Подожди, поэтому. Может все-таки дать ему шанс? Побед. Да его порвут. То есть нахуй. Меня все будут рвать? Не-не-не, ты что, дядя? Нет. Вот со всех сторон. Вот это будет его привилегия. Ну, если ты покажешь себя мужиком, да. Или он нахуй придет в себя, вот это будет его единственный момент. Вот знаешь, жизни. Я лояльно там отношусь со всеми. Чувак, ебать. Здесь работа есть его... работа, ебать. Все уже поняли, ебать. Могут там угорнуть от меня, ебать. Я там, блин, знаешь, подойду ему, улыбнусь, ну, ебать. Ты, ну, сука, да. Мой кун. Ну и хуй с ним, да. Ну я еще с тобой, да, позорно, да. Все понимают, ебать. Вот, я с тобой. Да. Я вот, рядом. Да, брат. Вот. Ну и как бы там еще более-менее лояльно относится к этому, ебать. А тут у него я могу там что-то сдохнуть, ебать, там, знаешь, если там вот этот Горбачев ходит, ебать, слышишь ты рожу жизнь, вижу жопу рыжу, ебать, вот. Ну ладно, это мелочи, ебать, да хуй с ним, похуй, ебать, убирают пацаны. Я лично такого не могу им сказать. Я хожу, мне, знаешь, мне, выполняю свою работу, выполняю. А здесь будут хавать. Все. А там будут его хавать, реально. Его да его сожрут нахуй. Да, сожрут. Ты чё? Да сожрут его нахуй. Да. Блядь. Так, блядь, Денис, ты что, не понимаю, блядь, тот контингент, блядь, который там, ебать. Сука. Да ебать, дяя. Не, подожди. А ты готов просто в первый раз в жизни вот это твоя единственная... Я могу еще нахуй послать, конечно. Рот, ну. Закрой. Закрой рот. Вот твой, знаешь, в жизни дается единственный шанс. Как в армии. Как мужиком. Как в армии, да? Ты нахуй мне твоя армия? Ну, я просто не служил. Единственный раз тебе дается шанс стать мужиком. Так. Если я тебе сейчас его дам. Я попытаюсь. Я все приложу. В смысле? Я все сделаю. В смысле попытаюсь? Я буду мужиком. Я тебе его даю. Я буду ты не мужиком. Должен пытаться. Ты должен я сделать, должен чтобы быть... не подставить меня. Я должен быть мужиком. Ты должен это сделать, чтобы, блядь, не подставить меня. Вот он понимает это. Я-то понимаю, Дэн. И ты, так, кстати, мне так же самое сказал, ебать, но я не подвожу тебя. Поначалу ты тупил. Тупил. Да, блядь. На меня смотрели, да, ты да почти, все тупили. Ты меня почти подставил, но ты выровнялся. И ты стал красавчиком. И сейчас я работаю. Володь, я же тебя знал. Дорогой, ты мой кум, сука, я не знал, что ты, нахуй. Дэн, ну, я блядь, знал, я был уверен. Кумы, я знал, я был уверен, что ты, сука, блядь. Какой бы ты не был стебель тонкий, но ты крепкий. Чья хуй ветер любой сломается. Ну меня будут, ну, там обзывать очкариком, наверное, да? Блядь, ну, что там прикалываются, ладно, там хуй по мелочи. Да, ну, меня так... очкариком будут называть. Там нету, да, там нету это очкариков? Мелочи. Это мелочи, это те мелочи, которые ты можешь себе представить. Работа есть работа. Очкарик, это очкарик, это просто самая хуйня. Просто я, знаешь, хуйня. Я сейчас им захожу, ебать, знаешь, как... Свои очки ты можешь носить, не носить, ебать. Ну то я работу выполняю. Чувак, там жестче. Вот работаю... задай ему вопрос. Да. Задаю вопрос. Как там будут унижать? Вот поговори с ним. Унижать? Да. И накладывать на меня... Просто или тебя сломают. Как меня будут ломать? Вот с ним поговори. Как будут ломать? Вот меня. Типа, что ботан, что слабак. Я не знаю, как-то арматуру носит. Я тебе слова не скажу. А арматура тяжелая? Денис, арматура тяжелая?
Ну, походу тяжелая. Нихуя там тяжелая нет, там главное поднять. Правильно, Жек? Да. Кажется, что поначалу тяжело. Там самое главное поднять. Ну, 15 килограмм. Да нет, там по 2 килограмма носит. По 2 килограмма? Только проволоки. Ну хорошо, расскажи, как меня будут ломать? Ну будут постоянно словесно. Начинаешь пиздить ее потом, ебать. Ебаный в рот, закончилось. Да нахуй, я любого начинаешь ебашить. Да пиздец, только нарезал, блядь, заебались, пиздили, блядь. Кто-то принес его, когда принес его волка на козы. Сестрица, кому же начинаешь его долбоёво включил. А я все как обычно, блядь, навяжу, блядь, связок нахуй, блядь. Ну я подберу, нахуй нету, ебать. Заебись, блядь. А вот, поэтому и не стоит. Надо это все выкупать. А Баху, походу, уволили. Или он уехал? Уехал. Уехал домой? Он мне написал, вот, домой сегодня мы с ним сидим, мне Баха пишет, смотри. Телеги, да. Он мне пишет, Дэн, пока. Блядь. А почему он уволился? Всем было мне интересно. Почему его уволили? Не знаете? Бля, еще с джемсетом я стал. Блядь. Обосрался. Смотри, он мне пишет. Я сначала не мог понять, кто это такой, понял? Вот фотография. Ну это Баха, да. Баха, да? Да, Баха. И вот его фотка. Не выдержал? Да не, Баха охуенно так там. Не знаю, мне он понравился. Да. А почему он уволился? Не знаю. Потому что он с Рыжим пару раз колонны перевязывал. Ну были, ладно, мы да? были, да. Не адреса. Не, ну мы с ним работали в паре нормально. Ты это какой? И мне знаешь, что больше всего понравилось, ебать? То, что он мне что? Говорит. Что говорит? Осман мне звонит, говорит, сломай. Что тебе понравилось? Тихо. Что, ты там позвонил? Мне понравилось с этим человеком работать, потому что он таджик. А. Он понимает русский язык, и он общается со своими, ебать, пацанами, ебать, на своем языке. И меня он считает, ебать, своим напарником. Вот мне что понравилось. А. Сейчас куплю себе воды, а то пересохло. Вот кто мне говорил, ебать, но мне с ним было комфортно работать. А? Я вернусь, да. Честно говорю, честно. Честно говорю, вернусь сейчас. Вернусь сейчас. Ой, блядь.